Как в Астане будут сдерживать рост цен на продукты, рассказали в столичном акимате. Чиновники намерены сломать посреднические схемы. Мол, это они накручивают до 50% стоимости товара. Мы данную работу совместно с региональной комиссией проводим. Будем как раз таки выявлять именно вопросы стабилизации цен. А также будем проводить различные работы по доведению законных мер по 15% торговой надбавки. Для стабилизации цен также предлагают построить продовольственные склады, рынки и теплицы. В акимате рассказали о планах возвести 2 оптово-распределительных центра за 30 миллиардов тенге. И еще 3 миллиарда инвестиционных тенге направят на создание 3 овощехранилищ. Хотят открыть еще 2 тепличных комплекса.